сегодня крайний день нашего пребывания в Банфе, и мы решили поехать в попсовое место Джонстон Каньон. Там должны быть водопадики, каньончик, что-то еще и очень много народу. А местами тропинка выходит очень близко к воде. Здесь каньон не такой глубокий, но такая прохлада. То есть сегодня обещали плюс 30, но по ощущениям не больше 19. И вот мы выходим к первому водопаду. Называется Lower Falls, нижний водопад. Ничего, так красиво прям. Сейчас пройдем через пещеру и посмотрим на водопад поближе. Вообще тропинку сделали очень живописную. Проходит прям речки, скалы нависают. Мы идем по дорожке с верхним водопадом, и по пути попадаются такие прикольные каскады. Я не знаю, видно ли на видео этот цвет воды. Он меняется от зеленого к синему, прозрачный и обратно бирюзовый. Альберту называют страной диких роз. Дикие розы – это шиповник. И вот мы встретили один, который расцвел. А вот и верхние водопады. Вау! Прям мощно. Огромные. Вот так вот можно увидеть, как водопад пробил себе дорогу. Хоп, и пропадает. И появляется там через много метров внизу. Трекингов 2,7 км в одну сторону к водопадам нам оказалось мало, поэтому мы пошли дальше, к им, к Потс. Это вроде как такие горные озера. Смотрим. Мы дошли до верхней точки маршрута. Там такой классный склон, покрытый красными цветами. Здесь есть небольшой viewpoint, для того, чтобы оценить, как высоко мы взобрались. Каньон где-то там, тут слегка слышно речку. Из леса на такую поляну. Вверху горы все в дымке. Чуть горная речка, дует ветерок. Наконец-то пропали комары, которые у нас, мне кажется, готовы были заживо съесть. Это место называется инк-потс, то есть как бы чернильные круги. Вот сейчас темные пятна внутри, как бы чернила растекает. Продолжаем гулять по альпийским лугам, наслаждаться шумом реки и видом гор. А еще розовыми полями, какая красота! Чтобы перейти речку, делали такой
мостик, все классно, с перилами, с балочками. Пойдем, Саша первый пойдет. Только осторожно. Саша пытается соблазнить птичку.